Starbase connects people all over the world. Друзья, приветствую вас на канале ICO стартапов и майнинга. И в сегодняшнем обзоре я хочу с вами поделиться информацией о проведении второго раунда баунти компании Starbase. На моем канале уже есть два видеообзора, которые я делал о данной компании, данном ICO стартапе. Первый — это общая информация о ICO, что они хотят реализовать в плане в проведении самого краудфандинга. И второй обзор — это я делал о первом раунде ICO компании. Потому, друзья, если вы видели первые два обзора, ну, а именно второй обзор по первому раунду, и принимаете участие, то вам остается всего лишь, слышав данную информацию, продолжать принимать участие. Вот. Но если вы впервые слышите о данной компании и хотите принять участие во втором раунде, успеть, вам нужно обязательно будет просмотреть первый обзор о проведении первого раунда баунти компании, в котором я более подробно рассказал, как, что и зачем делать. Сейчас я не буду заострять внимание на каждом пункте, но все равно давайте я покажу, что нужно предпринять. Итак, друзья, перейдем на ресурс ICO Tracker. На нем добавлен данный стартап. Переходим на главную страницу Starbase. И здесь вот нажимаем и выбираем Bounty компания. Итак, друзья, если вы уже принимали в первом раунде, вам, соответственно, всего лишь придется ввести логин, пароль и, соответственно, продолжать принимать участие. Если вы впервые это смотрите, вам придется зарегистрироваться. Все просто, электронная почта, придумываете пароль, приходит подтверждение на почту, подтверждаете, и у вас будет личный кабинет в данной компании. Я рекомендую вам пройти на блог компании Starbase, где есть последний пост, именно новости о проведении второго раунда. Рекомендую очень подробно почитать. Здесь условия проведения баунти компании. Подробно рассказано, что в данном втором раунде можно заработать намного больше токенов STAR за выполнение вот тех же действий, которые и в первом раунде. Поэтому, повторюсь, очень подробно читаем внимательно. И, ну, как бы разбираемся, что нужно проделать для того, чтобы заработать вот данные токены STAR. Далее, ну, в основном, давайте покажу, это баунти компания Twitter, самая популярная, то есть, я думаю, практически у каждого человека есть личный кабинет, социальная сеть Twitter, и с помощью нее можно, соответственно, проделать вот эти несложные рекламные действия, порекламировать компанию Starbase и заработать токены STAR. Далее, что у нас по Facebook? По Facebook все то же самое, что было и в первом раунде. Нужно будет ставить нравится и делиться, соответственно, со своими друзьями в социальной сети Facebook. Кроме Facebook и Twitter можно выполнять и другие задания, друзья, но об этом вы почитаете сами. Итак, что еще хочу сказать, что команда есть публично. Откроем Bitcoin Talk ветку. Данные люди активно отвечают в Slack канале, потому если у вас возникнут какие-то вопросы по проведению самой баунти компании или вопросы по проведению ICO компании, вы можете зарегистрироваться в Slack канале Starbase и задавать вопросы, на которые активно отвечает команда. Итак, друзья, это вся информация, которой я с вами хотел поделиться на сегодня о проведении второго раунда компании Starbase. Поэтому, если данный видеообзор вам был полезен, буду благодарен, если вы оцените его пальцем вверх. Кроме того, буду благодарен, если вы поделитесь данным видеообзором в социальных сетях. Также, если вы интересуетесь направлением ICO, стартапом, криптовалюты, майнинга, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить последующие видео.
Также, если у вас есть вопросы по данному направлению, стучитесь ко мне в Skype, задавайте их. Кроме того, есть у нас Telegram-чат, в котором обсуждаем ICO-стартапы, майнинг, криптовалюту. Делимся опытом, информацией. И обязательно подписывайтесь ко мне в Twitter. Всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания. Пока. Join Starbase to fuel many rockets. Check out our website starbase.co.